Я хоть и старый такой, но я выносливый сам по себе. Ох, сила есть еще. Главное не сдаваться. Сейчас я держусь пока. Дружище, а можешь меня снять? Вот, и что-то вроде там есть. Носил с собою ствол, носил под ром стволе. Через окно ОМОН вещь доки на столе. Хорошо идет. У вас очень животик красивый, очень хороший. Сука. А можно с вами попробовать в паре, так сказать? Оно и веселее будет. Сейчас. Так, залезть. Дружище, для спины это, да? Для спины, говорю, чтобы не болело. Или то у меня проскакивает такое, знаешь. Так как ты делал? Да, сейчас я еще. Да я попробовал бы чисто, если поможет, конечно. А то мне врачи говорят, что уже безнадежная, так сказать, ситуация. Давай. Можем сделать. 3 раза в день мне врач сказал делать, и спина не будет болеть. Вот, и что-то вроде там есть. И вот, прокачиваюсь чуть-чуть так. Вот, ну не знаю, может и неправильно, мне тоже говорил. Можно даже не делать. Говорил тренер. Слушай, а сможем накинуть еще? Еще 15? 15, давай 15, да. Сейчас, хоть создам видимость, что хочу помочь. Да, так. Руки по меткам. Так, сейчас. Чуть-чуть. Так, а ну-ка. Сейчас. Фу. Подожди, что-то слетело. Одна слетела. Сейчас. Как высоко. Там даже этих подружек видно. Тренируется там пилатес вот эти моменты. Хорошо. Ой, хорошо. Молодец. Ох, сила есть еще. Ох. У вас есть молодой человек? Может, нужен старый, так сказать, опытный, что касается там и ночные вот эти кардио-тренировки, так сказать, отжимания. Дружище, а можешь меня снять? Я, походу, сейчас упаду. Голова кружится, давление. Ох, сейчас пойду. Ох, одна слетела просто. Я думаю, черт с ним уже. Держи, дружище. Я тебе вес этот оставляю. Я сейчас пойду там с бойцами, там их, так сказать, надаю им лещей. Вот, и... Да, вам тоже. Ох, не, нормально. Ох, а я насмотрелся, так сказать. Молодец. Там задницы были такие, прям формы, я уже чуть не упал. Очень хорошая фигура, прям такая сочная. Люблю такие его. Хорошая. Ох, чё ты? Нормально. Давай, гаси его, я вижу, ты с той стороны. Давай, дотягивай, в конце дотягивай. Вот, да. Давай, страхую, давай. Пошел. Раз, давай еще 4. 2. Сейчас. Я сейчас покажу коронные, как в армии мы делаем. Черт, мы тоже по молодёге раньше, приветствую. По молодёге раньше тоже подтягивались немножко, да. А слушай, если не достану, можешь немножечко подсобить, так сказать? Еще разу. Оп, давай, держу. Пускай, не бойся. Так, сейчас. Сейчас. Нормально. Проиграл битву, но не проиграл войну. Давай, пошел. А у меня уже стойка другая чуть-чуть. Она изменилась, так сказать, с возрастом. Раз, два, три. О, хорошо. Все, дальше сам. Раз, два. О, хорошо идет. О, хорошая. Хорошо так. Будете? Тяжело так, на такие высоты. Нормально так идет. Хорошо. Сейчас спина чуть-чуть, так сказать, распрямился. А по борьбе как у тебя, друг? Слушай. 50-50, я понял. Слушай. А если бы. Все, спасибо, дружище. Прям нормально подкинул, закинул. Все, смотри. 5 по 5 делаешь, и прям будет. Спина не будет болеть, так сказать. Сколько удачи. Сколько жмем, да, там немного, не мало, 150,
160. Александр, брат, это пранк. Я сразу видел, что у тебя по врубе нормально все. Трапеции мышей, спасибо большое. Вон камера, друг. Девушка, подождите, сейчас. Дружище, давай подстрахую, еще два пошел, давай. Давай, два. Давай. Пошел. Все, ставь, ставь. Не перенагружай себя. Секунду. Сейчас спорт, сила. Хочу познакомиться. А можно я тоже попробую, слушай? Это самые легкие, да? Меня интересуют самые тяжелые. Можно минуточку, пожалуйста? Сейчас я первый раз добегу. Сейчас. Давай вторую. Вторую бери. Давай ставь сюда. Нормально. Можешь не держать. Ох, сейчас. Хорошая. Ой. Ох. Номер можно вас, пожалуйста, взять телефончика? Может, где-то пересеклись вечерком. Зажало. Ох, хорошо. Не фартануло, не повезло.